Red Bull BC One – крупнейший и самый престижный один на один брейкинг-контест в мире. Проще говоря, это очень статусные соревнования по брейкдансу, которые существуют уже 16 лет. Финалы этого чемпионата проходят в разных уголках мира. В этом году мероприятие переместилось в индийский город Мумбаи, куда съехались более 70 профессиональных танцоров со всей планеты. Чем же финальные батлы интересны нам? А тем, что в этот раз решающая битва отметилась историческим моментом. Впервые в истории победителем соревнований стала девушка из России. Встречи так называемых B-Girl здесь были введены всего год назад. И вот уже в финале 2019-го на танцполе появляется Наталья Килячихина из Краснодара. Девушка прошла непростой отбор. Соперниками Наташи на решающей стадии стали три мастеровитые японки. Россиянка носит псевдоним Кастет. Довольно суровая прозвище и 9-летний опыт явно произвели впечатление на судей, которые почти единогласно назвали ее чемпионкой мира. Вообще для меня не совсем важны эти награды. Для меня важнее развитие в танце и развитие своего понимания культуры, хип-хоп-культуры. Но когда я это получила, я понимаю, что это, конечно же, важно для меня. Особенным финал этого года в Мумбаи стал не только благодаря победе Наташи. В нем приняли участие еще двое россиян под псевдонимами Бамблби и Битли. Таким образом, был побит рекорд по присутствию представителей России в чемпионате за всю его историю. Максим Яковлев, новости спорта на Восьмом.